Среди участников соревнований – пациенты из отделений онкологии, кардиологии и эндокринологии. Они с радостью присоединились к празднику. Чтобы максимально передать атмосферу жизни и быта тафаларов, сшили особые костюмы и пригласили профессиональных лучников. Даже музыкальное сопровождение было народным, тафаларским. Организаторы сделали все, чтобы маленьким пациентам было интересно и радостно. У нас в гостях представители коренного народа тафаларов, которые пока знакомят пациентов и родителей детской больницы с культурой своего народа. Очень много интересных игр, традиций. Все дети вовлечены в процесс. И стрельба из лука у нас, тоже школа поддержала нас. И активности интеллектуальные, тактильные. Все то, что не хватает детишкам в палатах. Центр культуры коренных народов Прибайкалья и волонтеры помогли воплотить в жизнь идею этнического праздника, автором и организатором которого выступала общественная некоммерческая организация «Чудеса рядом». В программу входили и народные игры. Например, нужно было натянуть тетиву и попасть четко в цель, или научиться накидывать аркан на оленя. Те навыки, которые необходимы оленеводам, охотникам, они, так сказать, отражены в детских играх на сноровку, на ловкость рук, на скорость. А любители спорта и активных игр могли поучаствовать в увлекательном и веселом конкурсе по перетягиванию палок. Также гостям предлагали попробовать силы в традиционной народной игре «Шагай-Лаар». Ее правила просты. Вначале нужно подкинуть говяжьи кости, а те, что упали, пальцами выбить как можно дальше. Я поиграл в стрельбу из лука, в косточки, в подкидывание палочек и поохотился на оленя. Что больше всего понравилось? Косточки. Радовать пациентов в больнице здесь стараются как можно чаще, ведь такие уличные праздники поднимают всем настроение. И, как отмечают врачи, они идут на пользу не только детям, но и их родителям. Это отвлекает наших ребятишек от тех сложностей, с которыми они встретились на своем пути, на пути лечения и обретения здоровья. Это всегда важно, потому что никакая хирургическая операция полностью не излечит ребенка. Ему необходим вот этот набор методов, которые бы успокоили родители, которые поняли бы, что ребенок не безразличен персоналу и обществу, которое окружает их. Татьяна Тарасенко, Сергей Коваленков. Новости сейчас.